то, что поведение у тебя не адекватное. Сейчас, тише. Сейчас. Мафия просто не выдержала тебя терпеть. Заткнись. А хотела. Теперь я посмотрю, кто мафия. Теперь. Так, ты не говори. Все молчат, тихо. Меня убили на. Как молчат, если мы общаемся? Нет, мы не общаемся, мы по очереди каждый говорит. Вдвоем первый. Вдвоем убили нас. Серега, а общее обсуждение какое-то бывает? Ну сейчас будет. Сейчас будет. Меня убили сразу. Меня и сестру. Иногда, понимаешь, а я-то все время. И люди не побоились, просто меня взять вот так вот. Нет шампанского. Можно помолчать. Саша, можно тебя попросить, пока говорит Наташа, все равно ты ничего не извлечешь, можешь принести из морозилки, из холодильника бутылочку шампанского? Люди, они все не спят, они пишут все это. В 3:00 ночи, представляешь, там миллионы, Дима, ты можешь попросить буквально? Короче, меня убили, поэтому теперь реально можем посмотреть, кто мафия, потому что ты когда увидишь. Серьезно, ты Григорий, мне прям интересно. Тебе все равно, зачем? Арарат прекрасный. Ты, главное, сам не любишь доширак? Очень. Доширак дешевый. Саша же ушел. Ну ладно. Что думает Наташа? Наташа скажет... заявление. Я мафия. Бля, так же Коля говорил в прошлой игре. Да не важно, как Коля говорил. Я мафия по случаю того, что двух сестер убили. Я буду третья. Походу, да. Ты себя выдвигаешь. Я сама себя не могу выдвинуть. По правилам. Да, но похоже, она права все-таки в итоге по всей сути. Вообще все идет к именно к этому. Почему никого не выдвигаю? Ну, у кого ты выдвигаешь? Я выдвигаю номер... Дим, вот это? Ты можешь сказать имя. Да. Блин, это единственное, что никому не... Серёжа, почему? Москва? Это сладкое. Это сейчас обидно было, слышишь? Серёга нас не убила. Серёжку выдвигаю. На подоконнике. Давай. Всё, у нас выдвинута кандидатура. Серёги, хорошо. Потом вот так выдвигаешь внизу, и там всё хорошо. Я понял. А балаклавы сладкие. Город опять слушает, что говорят остальные участники. Дима. Я не говорю сейчас только. Так, Настя, что скажешь ты? Либо в деревне. Мне кажется, что Камилу колеса. Я отслежу, так, что ты мне напишешь, кажется? Потому что мне обычно... А зачем очень... тебе об этом говорить? Ну, я не вижу сообщения в директе. Ну, в редкости. Ну, по сути. Она говорит то, что хочет, Дим. Напиши мне сейчас директ. Я не могу без общения, мне неинтересно. Вот когда я играла в Мафию по другим правилам, мы объявляли, кто есть кто по подозрениям. И я считаю, что Камила комиссар, потому что она очень уверена. А вот так зевает комиссар Камила? И смотрит на колонку какую-то. Мне кажется, так зевает. А комиссар это кто? Комиссар это тот, кто решает. Это полицейский. Это тот, кто спалит тоже мафию. Кто-то взятку берет, кто отказывается от семьи. Хорошо, Настя, как ты кого-нибудь подозреваешь? Ну, вообще, да. Тех, кого я подозревала, их тебя немножечко убили. Хорошо, то есть ты никого не выдвигаешь? Нет, Камила комиссар, я сказала. Камила, твое слово. Я думала в прошлый кон, я думала, что доктор это... А доктор это кто? Вот, но я сейчас думаю, что Настя это мафия, и мафия это вот кто-то... Доктор это либо кто? Либо Дима. Доктор может воскресить. Доктор? Если его нет, попадет. Мафия. Доктор, ты хотел. Я говорю, что мафия. Господи, останови, драть Бога. Настя мафия. Посмотри на своего гитариста. Это люди Бога просто не боятся. И мафия Дмитрий Фаин. Кого ты выдвигаешь сейчас? Люди, музыканты учатся на видео, на аудиозаписи. Посмотрите мои аудиозаписи, как я в тот раз. Хорошо, мы посмотрим все. У нас выдвинут Дима. Хорошо. Кирилл? Кирилл мертвый, Серег? Дим, ты, конечно, прости, но когда вы с Константином начали сейчас пальчиками друг другу нахуй указывать, что, куда и как, я что-то это в подозрение ввело, тебя выдвинули, Костя, извини, опять. Мы с Костей, если бы пальчиками мы так вот не делали, я не знаю, кофейного никакой не было. А зачем нам? А ты подумай, а зачем мафии, которые так друг друга знают, переговариваться? Меня это триггерит. Мафия и так, она и так действует. Ты же понимаешь, да? Ух ты, блядь. Меня это триггерит. Саша, твое слово.
Ну, я ничего не заметил, честно говоря. Ну, вот. У меня нет подозрений. А, Константин, ваше подозрение. Может, вы кого-то выдвигаете? А, да, Костя, если что, меня уже выдвинули. Так что, если что, может, я... Я уже на пути. Ну, с одной стороны, нет. Константин? Блин, хвосты у мафии. Ты что, мы хвост увидел? А кому это? Хвосты. Я? Константин, ваше слово. Что, Костю убили? Смотря... Нет, слово. А, это просто... Смотря в глаза Наташи, мне почему-то... Все время кажется, что она... У меня скажется, самым первым. Да. Я выдвигаю Наташу. Хорошо, у нас выдвинуто. Он чихнул, я с ним согласен. Пока что у нас выдвинута Наташа, выдвинут Серега, выдвинута Камила. И Костя, я выдвинул. Кто меня выдвинул? Да? Наташа, я, Костя, Дима. Почему не выдвинул? Нет, я сейчас Дима выдвинул Наташа. А тебя кто выдвинул? Камила. Все, извиняюсь, все хорошо. Что скажет Дима? Он заснет и проснется завтра. А ты мол? Товарищи, знаете, нужно следить за тем, что происходит. Да ну нахуй. Я засекаю минуту. О, можно засекать? Подождите, Коли нет, не следует засекать минуту. Полминуты. У меня две минуты. Значит, смотрите. У нас очень мало ресурсов для того, чтобы победить. Во-первых, Госдуме дает 25 минут. Ну, ладно, я могу в два раза меньше. Мафии. Смотрите, ситуация такова. Если у нас три свидетеля, да, и мы никого не убили, и Кирилл не с Мефодий, то есть получается у нас, что эти бестолковые... В общем, Настя, не методом нехитрых вычислений, Настя и Саша... Сань. Ой, эти люди пишут, что у нас коронавирус, и мы на самом деле прячемся. Нет, подожди, у тебя на глазу почему-то вот здесь было М буква. Ну я стер уже. Я видел еще другое. Коронавирус. Спрошу вас, давайте все нагружемся. Саша Карпов или Настя? Ладненько. Настя. Ты выдвигаешь Настю, да? Настя, я сказал. Если они действительно мафия, они Диму убьют. Нет. Нет. Зачем ты это сказала? Какой? Они же теперь не убьют. Мертвые молчат. Специально. Мертвые молчат. Алена, что скажет Алена? Не, мы сейчас, если Настю убьем, то будет хорошо, или Саша. Что скажет Алена? А вдруг это не Настя? Да меня уже убили, меня и сестру, блядь, первыми. Нет. Так нам надо больше проголосовать. Говорят, зрители говорят, что девушка в белой кофте мафия почему-то. И парень... Подожди, мы сейчас голосуем за людей? Не читай. За кого и мы голосовали. Не читай. Серьезно, не читай комментарии тогда. Маша, ты зрителям можешь показать сейчас? Да, конечно. Не рассказывай. Мы голосовали. Сейчас они голосуют. Не надо. Как пальцы скрепления, они же не видели. Нет. Да они не видели. Так сказала. Они же не видели, что это мнение просто, как голосование. Окей, нет, если она сейчас покажет, то тогда уже не политика. А там сейчас не... Все кандидатуры выдвинуты. Итак, кто у нас голосует за Наташу? Наташу да никто не выдвигал. Кто голосует за Настю? Фирма. Нет, я выдвигал. А, тебя выдвигал? Наташу выдвигали. Наташу... Костя. Костя выдвинул. Итак, кто голосует за Наташу? Костя. Отлично. Кто голосует? Ты чего? А потом что с тобой? Нет, это Костя выдвинул Наташу, не проголосовал за что? А, не проголосовал, да? Я ее простил. Ты покороче. Хорошо, кто голосует за Настю? Раз, два, три. О, ребят. Настя поднимает три пальчика. О, Саш. Пальчиками. А против Насти, а? А кто? Кого вы голосуете? Настя же, она против Маши голосовала, против Юли. А кто еще? Настя же целые 5-6 человек. Не, я хотел шампанским, я просто не... Саш. Почти все против Насти. Тихо. Почти все против Насти. Ты голосуешь или нет? Тихо. Я не в курсе просто. Но они удалили Машу и Юлю. Ты что, меня убили? Сань! Меня убили, Саш! Ну,
Настя, а кто еще? Пацан, я вообще, я вообще не знаю. Что происходит? Не, ну зачем она мое решение влияет? Тут еще камеры постоянно это. Меня снимают постоянно, люди эти пишут. Тихо, можно, пожалуйста, тишину? Тишину. Там кошмар какой-то вообще. Мы все ждем тишину. 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 Мы все ждем тишину. Итак, Саша, у нас выдвинуты Настя, Камила, Сергей, Костя и Дима. Ты можешь за кого-то из них проголосовать. Сейчас мы голосовали за Настю. Ты за нее не голосовал. Все, хорошо. У Насти у вас три голоса. Кто голосует за Камилу? One moment, please. Кто голосует за Сергея? Я припомню вам. Ребят, у вас еще есть... Что? Ну, что? Очень... Вот так вот. Синие. Я вам припомню. Хорошо. Сколько за Сергея? Два? Два. Нет. Я так чувствую. Кто голосует за Константина? Ноль. Кто голосует за Диму? Я за Константина, как бы, да? А ты за... Хотя, о чем мы знаем? А, ну все, собственно, большинство за Настю. Настя, твое последнее слово. Карту ты не показываешь, ты отдаешь ее мне. Давай, по-честному. А зачем ты встаешь, Настя? За спиной, вот, чтобы я не видел. Подожди, маска тебе не нужна. Ты пистолет хочешь взять, Настя? Все, тихо. Или автомат с калашником. Настя, твое последнее слово. Настя, не последнее слово, просто скажи, кто ты. Очень активно себя ведешь. Твое последнее. Ты все? Это Дима. Хорошо. Ты кто? Я мирный житель. Это пиздёж. А? Я отвечаю. Что будет в следующей серии? Я 100%. Даже после смерти. Город засыпает. Какая исповедь там тебя ждёт? Город засыпает, блин. Город засыпает. Специальный священник убили, у них ничего связи. Город засыпает. Это же просто две люди, причём сразу. Что там меня ляхнул? Я теперь уже знаю. Сейчас меня грохнут. Я налила чуть-чуть. Город засыпает, Алена засыпает, Дима засыпает, мёртвые молчат. Мёртвые молчат. Что там за меня шуршит? А я шуршу. А, ладно. Да ладно. Хорошо, все заснули. Все заснули. Просыпается мафия. Мафия думает. Мафия долго думает. Мафия... делает свой выбор, мафия засыпает. Мафия сделала свой выбор, просыпается комиссар. Кого проверит комиссар? Комиссар думает. Комиссар думает. Комиссар подумал, комиссар засыпает. Просыпается доктор. Кого у нас сегодня вылечит доктор? Его. Доктор сделал свой выбор. Доктор засыпает. Просыпается город. И сегодня у нас не умирает никто. Охереть! Кто кого спас? Это шок! Это то есть того, кого мафия убила, доктор спас? Ебать, как они угадали! Тише. Ой, прости. Они, это доктор только. Подождите, кто сейчас у нас умер? Просто люди умные скажи, сидят. Кто не в отличие умер? Нет, кто у нас сейчас мертвец вот, за столом? Я. Меня последний. Мария, Кирилл и Настя. Они а мертвы. Можно мне? Извините, то есть сейчас кого убила мафия, его спасли? Да. Извини. Кто доктор? Можете сказать? Нет, ты что, это нельзя говорить? Умник. Подождите. Может, еще мафию сказать кто? Серега. Что я? Молодец, блядь. Подождите! Стойте! С меня вот сейчас доктор... Вот сейчас доктор должен понять, какой он идиот. Доктор забыл, кого он спас? Да. Потому что он спас того, кого убила мафия. А где... А, не, наоборот, это хорошо. И подождите, то есть доктор сейчас случайно угадал, кого убили? Да. Походу, да. И спас. Ну или просто мафия не определилась. А кого он спас, можно знать? Нет.
Подождите, или мафия не определилась? Мертвые молчат. Не, мафия всегда определяет. Мертвые молчат. А, да? Слушайте, ну у нас доктор просто, это гениальный доктор. Конечно. Мертвые молчат, все молчат. Все молчат. Все молчат. Если мертвые не замолчат, то игра не закончится, да. Маш, пиши там 6000 взносы, мы приглашаем на участие. Не, Селена, напиши. Да, мы, кстати, приглашаем. 6000 приглашаем игру. Мы здесь устраиваем игру. Мы Алену уже. 6000 без алкоголя и 12. У меня просто сейчас шок. Раз, два, три, четыре. Маш, пожалуйста, напиши. Кого? Кто хочет поиграть, можешь написать? Ну, Маша, пиши, пожалуйста, в своей аудитории. Кто будет поиграть в мафию? Только не это. Только не читай. Как только спор начислится, человек 12 как только наберется, мы играем. Все отлично. Все будем играть. 10 тысяч человек. Скажи, мы организованы очень хорошо. Ребят, они никогда в такую мафию. Честно, я просто в шоке. Тебе надо приходить через час после начала. Я в шоке от мафии. Через два. Через три. Я тоже. От игроков. То есть люди, к которым я так хорошо относилась, просто взяли меня нахер убили. Ты кому-то хорошо относилась? Сразу причем. Первыми нас. Так, все, Алена вернулась. Теперь у нас мертвые молчат. Мертвые молчат, спасибо. Да, спасибо. Нет, нельзя говорить даже друг с другом, потому что это создает. Сереж, что? Ты очень жесткий. У нас такой был уже ведущий, мы его самоудалили. Мы можем не доигрывать эту игру, если вы хотите. А мы хотим. Не делайте гомосексуальность. Не надо с мертвым разговаривать. Пусть мертвые не разговаривают, спасибо. Теперь можно слово Наташе. Наташа, ты кого-нибудь подозреваешь? Да. Подозреваю номер вас. Опять меня? 3, 4, 5. Ты можешь назвать имя. Сережа. Опять меня, блядь, серьезно? Почему? Окей, окей. Я запомню это. Сереж, ты доктор? Нет. А кто? Мирный. Сережа, комиссар. Камил. Вот я как услышала там справа. Я сначала думала, ну Камил. Наташа, ты доктор? Ты его выдвигаешь? Наташа, ты доктор? Да, Сережа. Нет, Наташа. Хорошо. Нет. Хорошо. У нас выдвигается Сережа. Конечно, я доктор. Я доктор и мафия, я все вместе. Слово предоставляется Камиле. Камила, что скажешь ты? А, подожди, Сереж, а если доктора убили, то он все равно просыпается же, да? Настя, тебя уже убили. В смысле? Ну, в смысле, я не понимаю. Да, ну я его называю. Вот скажите мне, как вы думаете, кто это? То есть он может быть уже мертв? Алена, Дима, либо Костя. Че, блин? Почему? А еще можешь попросить? Алена, Дима, либо Костя. Алена, Дима, либо Костя. Что за левизна? Вот ты тоже думаешь, что это троица, да? Вот я полыгры на это думаю. Почему ты в этом краю-то ищешь? Я не понимаю. Ребята, а кого вы удалили? Тут муть какая-то. Надо развивать интуицию. Зачем? Кого убили? Зачем мафии? Кого убили, мафии? Я не знаю. Дим, кого убили? Я близнец. Настя. Нет, вообще. Нас, Маша. А Кирилла убили, да? Я попробую проголосовать за... За меня голосовали. А за почему? Ты ее выдвигаешь? Еще да. Почему? Потому что они вот с Димой очень активны всю игру в свою. Активно себя живут. Активны вот себя. Камил. Блядь. Нет. Дмитрий Файн и Алена. Алена активна. Камила вместе, да. Блядь. Хорошо, ты выдвигаешь Алену. Да. Хорошо, что скажет Серега? Знаешь, все молчат, все остальные молчат, все слушают Серегу. Я всю игру выдвигаю, либо Диму, я не остановлюсь. Ты выдвигаешь Диму? Я сейчас Диму выдвигаю, да. Сейчас Диму слишком много болтаешь лишнего. Хорошо. Мы не раскрываем до конца, не понимаешь? Ждем Александра. Александр. 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 Тебя ждем. Александр, на кого ты думаешь? Да. Александр, вы кого-то подозреваете? Нет, нет, нет. Никого? А! Хорошо, а Константин? 59 человек, это маловато, конечно. Сейчас, вот, Костя. Вот, у нас два человека.
прямой эфир. Ну, 5900 человек тебя смотрят. Они такую вот выбрали тактику. На самом деле она... Она немножко такая прямолинейная тактика. Прямо. Типа мы не выбираем никого, значит мы, ну, так сказать... такой нейтралитет. Да, вот я тоже не понимаю, согласна с вами. Типа того, что немножко притупить бдительность. Играть? Вот, это два человека было. Это была Саша. Саша, зачем вот это играть? И была Настя. Настю мы, говорится... А что мне голос? Настю мы... Понимаешь, да? Разоблачили. Вот. Я предлагаю Сашу... Потому что человек... А ему даже нет за столом. Вот Костя. Ему даже, ему даже не интересно. Ему даже не интересно, потому что он все знает. Юль, давайте я налью. Итак, Саша. Ты выдвигаешь Сашу. Хорошо. Да. Александр у нас выдвинут. Дим, да. Что скажешь это ты? Хороший это. Там видео. Сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Надеюсь, все поняли меня. Если говорить по существу... А с кем общаешься? Вот здесь есть очень хороший коллектив людей, которые уже сказали, кто мафия, и... Конечно. Он с ними советуется, кто мафия. Ой, там смотри, Сережа вдалеке. Так. Мне надо определиться. Определиться это всегда сложно. Это очень сложно. Это очень страшно. Очень... Если бы мы знали, что это. Ты без камеры быстрее всех хотел разговаривать. Ты отлично провел сессию. Но просто здесь сидят уже очень, видимо, люди такие отдаленные. Вы знаете, мне, наверное, надо Сергей нет. Саша Карпов. Саша, все. Смотрите, кто такой Саша? Саша это ваш любимчик. Саша. А, подожди, Маша уже не играет. Да, я убью сразу. Смотри, вот сюда, смотри, оп, вот. Смотри. Ладно. Я герой, да. Ну это был забавно. Отличное слово, Дим. Спасибо, что скажет Алена. Она еще может скучаться крикать. Саш, про тебя сказали, ты на Иисуса похож. Но это мы и так знаем. Я думаю, что... А кто-то посмеялся. Мафия Наташа. Одна из. Наташа, это вот. Посмотрите на меня, я точно мафия. Точно. Я тебе отвечаю. Внешний вид. Мафиозный. Только мафия. Саш, ты на священника похож. Не, у меня просто три лишних зуба. Саша священник, а я мафия. Нет, я согласна быть мафией. Честно. Какао. Кто-то написал. Хорошо, Дан, ты выдвигаешь Наташу? Какао? Ты выдвигаешь, да, хорошо. Ребята, Иуда тоже был похож. Все сказали свое слово. Кто голосует? Ева 18900 сказала, что парень с галстуком. Внимание, голосуем, ребята. Итак, у нас сегодня выдвинуты Наташа. У нас выдвинут Серега. А что с меня-то начинаете? За меня один голос, святой из интернета. У нас выдвинут. А вот Мария. Мария! Серега, у нас выдвинут Александр, и у нас выдвинут Дмитрий. Кто голосует за Наташу? Никто. Один голос. Можешь поднять один пальчик? Я же передумала. Один пальчик. Супер. А кто голосует за Серегу? Один пальчик. Ты голосуешь? Мы за Сашу. Двое. Два пальчика. У тебя два. Хорошо. Кто голосует за Александра? Подними руку, въебёнц. Двое. Вот. Нет, двое. Не... Три, почему Юля еще? Двое, нет, двое. А, четыре. И кто голосует за Диму? Два. Двое. Итак, у нас сейчас проводится новое голосование, только у нас из него выбывает Наташа, потому что у нее было меньшее количество голосов. Саша. Теперь мы заново голосуем за Серегу, Сашу и за Диму. Кто голосует за Серегу?
Кто не знает, это мой день рождения. Двое. Сейчас решается вопрос. Кто голосует вопрос. За Сашу? Удалят Саша. Меня или нет? За Сашу. Все. Так, внимание. Александр, ваши последние. Мы за Диму последние. Александр, ваши последние. Саня, вопрос. Саня, погоди. Внимание. Тот, Маша, отклонись. То. Нет, ну я не хочу, чтобы меня снимали. Вот как это вот? Так это в аналы, это в историю. Ну вот это первое же фонарь. А если тебе оплатят авторские права? Да. Маша, наверное, завтра мне принесет авторские. Заючка моя. Макдональдс. Шалом, шалом. Город засыпает. Подожди, Саш. Город засыпает. Не Саша, а Сережа. Город засыпает. Сереж, ты подожди, ты как будто бы на работе, город, а? Город засыпает. А где он? Он на работе. Дмитрий Вань, засыпает. Давай пока, ты спишь, я заберу. Сейчас там. Дима, убери нахер телефон и веб. Маш, спроси, им трансляция моя больше, чем понравилась? Конечно. Чем твоя? Да, народ сразу пришел. Я говорю, задай вопрос. Вам понравилась трансляция моего брата больше, чем моя? Город засыпает. Она была более информативная? Она была более информативная. Город засыпает. Город засыпает. Город заснул, просыпается мафия. Кого у нас сегодня убьет мафия? Ты дура. Ты даже не поняла. Мафия. Это такая тупая все. Это же страшно. Вы хуй как хуйню творите, блядь. Ладно, мафия сделала свой выбор. Мафия может еще разок проснуться? Давай, ёбните меня, суки. Так это сука. Конечно. Ребят, ну это поворот другой уже. Люди ничего уже не боятся в этой войне. Может, ну такого? Мафия делает свой выбор, ты мафия засыпается, засыпается комиссар. Ты что, ты не поняла? Простите, кого сегодня проверяет комиссар? Я просто тупее всех тупых. Бля, комиссар, проверь же кого-нибудь нормального, да, сука, пожалуйста, там, блядь. Ребят, ну давайте комиссар проверил, комиссар засыпает, просыпается доктор. Кого сегодня вылечит доктор? Доктор делает свой выбор. Город просыпается, просыпается он сегодня без Наташи и бедные победители. Не увлекайся. Наташ, блядь, ты единственная ёбнула доктора, не смогла заёбать. Ты меня втыкал в пальцы. Нет, подождите, я не поняла, что случилось. Нет, Наташа убила сама себя. Если мафия осталась одна, она имеет право. Доктор так сказал. Нет, подожди. Не, ну я проверил ее, но мы еще должны были пройти как бы... Нет, это понятно, это был доктор, ты комиссар. Ну ты же не знал. А, да ну нахуй, ссоришь, я тебя подозревал. А зачем ты убила? Ты могла бы убить меня. Саня! Подождите, мафия Наташа? Саша? А еще кто? И Настя. Подожди, а кто такой, бля, кто такой доктор? Я доктор. А что ты делал? А что доктор делал? Если мафия убила, я угадал кто. Я воскресил. То есть ты воскресил до этого? Походу нет. Походу они не определились. А ты что делал, Кость? Я комиссар. А ты что тут делал? Я менеджерировал всю эту ситуацию. Вот что я делал. Так, ребят, а вы сволочи. Я поняла, сказали, что брат вас продал, вы суки. Так Дим, вот из-за этого, кстати, я тебя подозревал. Обращаю внимание, ты их на... Алло, я не понимаю. Ты Наташа и Саша, да. Я первый раз была маленькой. Да я еле держалась. Камила, ты взгляд свой томный. Нет, нет, все запомнил. Я Камилу подозревал. Зачем ты молчал? Я не был комиссаром. Он сначала спросил. А и как она? Они же кажут, что я не попал. Ебать, я попал. Ты попал, ты не понял. Ты воскресил человека. Я думал, они не решили стрелять. А ты кого воскресил? Камилу. Он сейчас говорит, что правда воскресил? Я думал... Он сказал, мафия не определилась, походу, а это он ее воскресил. Я думал, что мафия не определилась. Она не может определиться, она каждый раз убивает. Она не определилась. А, не
Нет, они определились, спас ее. Он подумал, что мафия не определилась. Мне понравилось такой, просыпается такой. Раз, даже мертвецы не поняли, что он делает. Так Юля не поняла, что Наташа мафия. Да, я не увидела. Это Костя мне. Я думала... Это вообще. Было лучше, чем мое. Ну, а зачем ты держишь? Ну, ты дал мне подержать временно. Я не поняла, почему мы не можем сразу говорить, что мы не можем. Ни одно только вот момент вот очень меня интересует. Почему Саша, этот вегетарианец, вот этот, который мусор выкидывает все время, в ящик все время, почему все время 95% он мафия, а я, почему вы нас убили, Саша? Все время нарушают порядок. Потому что он богоизбранный народ, извините. Почему я все время священник, вот объясните. А почему вы нас убили-то с Юлей первыми? Вот это уже избранный народ, нам плевать на все, понимаешь? Нет, это мне вообще... Саша, а правда, почему вы Юлю убили? Первую. Ну кого-то надо выбрать. А почему меня вторую? Да просто все показывают на Юлю, вы давайте Юлю хорошо. Открытие школы. Да причем здесь нету личности, здесь нету Юли. Это не Саша сделал. Здесь нету Юли, понимаешь? Здесь нет, я согласен. Дим, да мне плевать, кто это, Юля или нет, правильно? Просто. Только на цель суток, смотрите. А потом я прошел. Я тебя только последнего. Мы бежим с тобой, словно от гепарда. А, да, потому что вы меня бы самой первой вычислили. Потому что я вы... тебя? Да. Чего ты взяла? Потому что не знаю. Кость, ну как тебе? Скажи, ты тоже прямой эфир. Я тебе человек думает, что я вас не... А мне заплатят что-нибудь? Нет, потому что я... Мухлевал, честно скажу. Потому что мне кажется, что я же играл в мафию, потому что мы больше всего. Ну, потому что без этого, без этого. Стоим, общаемся. Нет. Немножко совершенно мухлевали, в основном на шестом чувстве. На шестом чувстве. Кость, ну ты, конечно, выполнил сегодня большую роль, и что самое главное, они не поняли, кто ты, понимаешь? За счет этого мы выиграли. Безусловно. Причем мы победили вообще даже не на таймбреке. Да, мы победили, да, просто чисто, мы чисто в одни ворота. Все. Я побоялась, что вы сразу меня убьете. Из какого города? Человек, если не из Москвы, то да. Она сразу меня вычислила. Только ко мне, говорит. Че? Только, говорит, ко мне. Нельзя, говорит, только ко мне. И сейчас. Не, ну, нас надо понять. Мы не просто так, знаете. Вот, Балтийск, это приятно. Ну, из Москвы тоже приятно. Все хорошо. Все годится. Если вы приедете к нам, вы никогда уже не сможете отсюда уехать. Никогда. Латвия. Это великолепие сплошное. Армения. Это фантастика. Я с Москвы куда приезжать? Она больше тебя. Она такая тоже имеет. Да, те, кто вот так вот сидят, они как-то тебя не видят, да? Не, ну сейчас уже поздно. Просто, возможно, уже сейчас мафия не выдержит. Магадан. А вот Магадан, можно, если сейчас вы выйдете, то завтра к шести мы как бы уже второй кон, скорее всего, начнем. Я просто увидела шустрость этих людей, которые...
просто раз, еще мы да. не успели начать играть. Что? Да, еще когда? Я еще даже не успела... А я вас кто-то не играл, я ни разу не был мафией. Я не знаю, как вот со стороны мафии. Я ни разу не был мафией. Да, мало комментариев. Мало. Мой эфир впервые комментирует. Париж, привет! Париж, а как, кстати, там, в Париже? Вот у нас, знаете, за границей, в Германии и везде говорят, что надо ехать в Москву. Это факт. Слышите, какая тишина организовалась здесь? У нас время 3:30. Между прочим, у меня остался один день карантина. Ты потому что, серьезно говоришь? Потому что я... Ничего подобного. Ты что, сейчас правильно говоришь? Прошло 13 дней, как я прилетел из Италии. Так, ты что говоришь? Что тут сейчас сразу соберутся... О, Боже! Нет, нет, нет! Бежим! И он молчал! Ебать! Он реально это стал. Все. Пронесло, Маш, Маш, Маш. Бежали отсюда. Маш. А что он, Дим, надо валить нахуй? А что он не сказал? Смотри, здесь есть торт. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Валдайский погребок. Happy birthday to you. А у нас 10 утра в Приморье. Вот это приятно. Да, зараза к заразе пристает точно. Точно. Дим, ну я... Он не пристает. Как так? Он прилетел из Италии и не сказал нам. Это же пиздец вообще. Тортик, спасибо. Как нам по-другому и не получится. У меня у брата сегодня день рождения. Ему 25 лет исполнилось. Маше 23, еще в следующем году 24. Это мой любимый брат. Это мой. Кстати, зло. У нас можно здесь светом регулировать. Смотрите, вот за веревочку дергаешь или за эту. Так более приятно, приглушенно. Что за суета? У нас день рождения у брата. А мы не едим, мы боимся стать толстыми. Дима на спорте. Мы очень похожи, говорят. Корный бомбай. Сука. Дима свернул приложение. Большой же. Да, уже. Мой братик, моя большой, любовь. Ну... Че, серьезно 25? Круто. Тортик от палочек, кстати, Прага. Это не реклама. Мы вообще ничего не рекламируем. Просто живем и все. Мучаемся, работаем. Это твой брат офигительный, даже няшка. Ты няшечка у меня, Димуль. Спасибо, Саладкик 30. Сука. С кухни будет эфир. С кухни все будет, блядь. И все, они приготовят вам, все сделают. Все будет хорошо. Кстати, смотрите, вот ну, так просто. Просто, к слову. Видите, у нас на столе... Все в порядке, никаких проблем. Если что, не то, что там дефицит какой-то. Ну, видишь, Маша. Happy birthday поют тебе. Спасибо, 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 спасибо. Всем спасибо. Я Маша буду показываться. Она симпатичная. Она... А вот это что за фотография? Она роскошная женщина. Дима, что за фотография? А вот Кирилл. Великолепный гитарист. Покорила меня, сука, твоя панда. Я бежу с тобой, словно от гепарда. Вот ты можешь посмотреть. Это люди с разных стран, с разных мир, с разных городов. Ты такой серьезный, Зайон. Конечно, он Зайонка моя родная. Он все-таки профессионал. Интересно. И Саша, смотри, вдруг вышел. Внимание! Смотрите, Саня. Проиграл. Саш. Ну, ты, блин, я думал, второй раз тебе карта, конечно, такая не выпадет. Это реально жесть, Саня. Ну, у меня магнит здесь такой. Так, нет, ты знаешь, в тот раз-то тебя ведь не было, ты сидел как вот там, ел вот это все. Ну, это да. И никто не подумал. Надо настроиться, наверное. Растили. На Дона Мафии надо настроиться. Да, мы в театре, понимаешь, в чем дело. Мама тоже здесь. Она просто занимается, у нее завтра выступление в Большом театре. Но это не важно.
Сначала я станцую, а потом... Нет, кстати, кто не хотел, хотел сходить в Большой театр, сейчас самое время, мало людей будет, и, в принципе, интересно очень. Много свободных мест. Много свободных мест, да, и цена дешевле. Мария Ивановна, Иванова. Лёбаный карась. Иди сыграй, что ли. Зачем? Это любопытно. Нет, там лица очень утомленные. Не подойдет. Утомленное солнце. Саша, утомленное... ты спрашиваешь, почему ты так отрастил волосы? Скажи. Растут, скажи, тестостерон из меня прет, понимаешь? Нет, ребят. Мужская сила. Так вроде же Децл Лунер. Женщина видит, нет, смотри, Децл Лунер, к сожалению, да. А он говорит, а ты как будто бы Кирилл в прямом эфире. Скажи, не только у Кирилла были волосы сплетенные, да. Повернись, зайдет. У него братика, точнее, у сына тоже. Так дело в том, что вот Саша он. Это фактически... У меня настоящие, кстати. Да, папа, это вам не какой-то валенок. Это... Подожди, извини, Саша. Они были вообще одной, я просто... Так нет, Саша их. Недавно Боже, только серьезно? Порезал. У него были волосы, да, пят. Я отрезал их полметра. Ты что, шутишь? Он просто устал. У него было 5 метров. Пришлите в свои контакты, почту, телефон, и мы вам отправим фотографию, где Саша допят. Зай, а зачем ты отрезал Заюнька? Ну, уже мертвые волосы. Волосы где-то 4 года примерно живет. А это уже, то есть, был просто как такой придаток, на самом деле. Да, да. Поэтому брал. Маш, можно я выключу? Ребят, я с вами прощаюсь. Сохрани... Мы хороший контент сделали сегодня, кстати. Он добрый. Одну минутку. Понимаете, что важно в прямом эфире? В прямом эфире важна хорошая энергетика. У нас, смотрите, у нас очень хорошая энергетика. Почему? Потому что у нас очень хорошие люди здесь. Вот, посмотрите. Это известнейшие музыканты. Видите, Маша? Ты знаешь, да, эти? Майкл Джексон, пожалуйста. Этого человека вы прекрасно знаете, да? Show must go. Это... Ну, все же видели. Замечательный фильм. Богемская рапсодия. И, конечно, вот, тоже. Смотрите, Колумба. Великолепный актер. Великолепный актер. Я все детство посмотрел. Нет, вы чтобы понимали, это школа моего брата. Да, это Мадонна. Это тоже люди. Ребята, здесь слова. Да. Вот. То есть все замечательно. Поэтому мы с вами прощаемся. Мы говорим вам до свидания. Меркурий, конечно. Фредди Меркурий. А я забыл. Да. А вон Саня, смотри. Саня, ты куда попиздовал? Завершение Саня, он как апофеоз укатил на самокат. Саня, ты куда попиздовал? Ну, все. Закончим на хороших словах. Всего доброго. До новых встреч, как говорится. Подписывайтесь к моему брату, Fine Friend. Не надо. У меня ничего интересного нет. Саша, да ёкарный бабай! Ну тебя нафиг! Не, нормально. Ну, Саш, не ломай мне. Не, я аккуратно сейчас, смотри.